Команды готовятся выйти на поле, и мы начинаем. Для вас работают Георгий Черданцев и Канц. Итак, состав Тоттенхэма. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Итак, состав Тоттенхэма. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Итак, состав Тоттенхэма. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Команды готовятся выйти на поле, и мы начинаем. Для вас работают Георгий Черданцев и Канц. Итак, состав Тоттенхэма. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Команды готовятся выйти на поле, и мы начинаем. Для вас работают Георгий Черданцев и Канц. Итак, состав Тоттенхэма. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Команды готовятся выйти на поле, и мы начинаем. Для вас работают Георгий Черданцев и Канц. Итак, состав Тоттенхэма.
Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Посмотрим, как будут играть гости. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Незадолго до чемпионата мира по футболу 66 года в Англии главный его трофей был украден с публичного показа. К поискам подключили полицию из Скотланд-Ярда, но обнаружили кубок через 7 дней в зарослях кустарника одного из лондонских садов благодаря собаке по кличке Пиклз, гулявшей там с хозяином. Да, и после победы на чемпионате сборной Англии собака даже была приглашена на банкет и получила право облизать тарелки футболиста. Кейн. Мяч перешел к другой команде. Лестер на фланге, есть где разбежаться. Нужен навес. И игрок смещается в центр.